Михаил, благодарю. Получается, если технически такой вопрос задать, то умея анализировать рынок, можно понять, куда он будет двигаться, да, и исходя из этого уже предпринимать какие-то входы или выходы, ну, действия, да, на этом рынке. Какие есть варианты? Здесь идет, получается, работа с валютами, или бы еще какие-то есть варианты, в том числе инвестиций? Есть много вариантов. Есть система, определенная система. Вот я 20 лет был, вообще-то говоря, там, это называется портфолио-менеджер, частным образом. Я вывел свою систему, которая сегодня работает, будем так говорить. А вот за это время, 20 лет знакомства, ну, то есть за 20 лет, да, получается, что вы получали финансовое образование, чтобы разбираться в этих вопросах, вопрос, наверное, так, да, просто скажу. Какое образование человеку нужно, и нужно ли ему финансовое образование, чтобы, соответственно, комфортно и успешно чувствовать себя на маркете, на бирже? Образование... Не надо никакого на самом деле. Есть разные подходы к этому. Есть как минимум два варианта. Есть фундаментальный подход, есть технический. Фундаментальный имеется в виду какое-то фундаментальное образование, финансовое образование, экономическое образование надо. Тогда анализируется это все с точки зрения, скажем, с точки зрения финансов. То есть какова экономическая ситуация в целом, скажем, Соединенных Штатов, какова экономическая ситуация конкретного индекса, конкретной компании, акций компании. Для этого, конечно, это надо знать. Но существует другой подход, технически анализируются графики, для этого не надо никакого образования. Надо какая-то логика, надо как понимание того, что мы видим, пространственное какое-то. Вот видите, я сейчас вот вошел в маркет, и вот видите, меняются цифры, да? Или вы не видите? Сейчас пока нет экрана сейчас. Давайте я вам покажу. Вот, вы слышали order fill, допустим, да? Вот только что там было плюс 60. То есть 40 секунд мы с вами беседовали, и вот я сейчас хочу выйти из этого маркета, и если я сейчас из него выйду, вот прямо сейчас... Order filled. Вот, видите, сколько тут написано? 60. Вот я заработал $60. Вот я вам прямо сейчас показал. В реальное время. Я заработал $60. Вот, за одну минуту. Ну, если перевести на ваш, то это сколько это будет? 3,5 тысячи, да? Примерно. Рублей, да? Вот это сколько произошло время? За одну минуту, за полторы минуты, я знаю. То есть, ну, как бы я отработал... Ну, вы знаете, за сколько вы зарабатываете такие деньги? За полторы минуты. Если это день, допустим, да, то я за полторы минуты заработал свой день, и я могу идти гулять, я могу ехать куда я хочу, я знаю. Вот. Или заниматься то, чем я хочу. Вот для этого мы это все делаем. Я, допустим, да, как я понимаю, это было бы неплохо вместо того, чтобы сидеть и ехать на работу, и собираться, и одеваться, и с работы ехать, и там пробки, я знаю, вот, или метро, неважно, и от себя там весь рабочий день, причем если кто получает этого счастья, может быть, оно и стоит, а кто не получает счастья, ну тогда оно точно не стоит этого. Поэтому давайте мы заниматься будем, так скажем, то, чем мы хотели бы заниматься, но всему надо учиться. Естественно, всему надо учиться, без этого не обойдешься. Но как учиться? По учебникам не научишься. Щуракин говорил, да, первым делом, придя на производство, забудьте то, чему вас учили в институте. Поэтому, ну что, поэтому, так сказать, как учиться? Ну, не знаю, я обучаю. Вот, я обучаю тех, кто хотели бы научиться этому. Это не вопрос, на самом деле. Научиться может любой и всему. Как к этому относиться? И, конечно же, есть люди, которым это не надо. Есть люди, ну, просто это не для них, они тут не понимают, не хотят, ну тогда они просто не приходят. Но сколько людей есть, которые имеют потенциал, сколько людей, сколько пенсионеров на самом деле? У нас тут нет такого понятия. Я как бы уже давно пенсионер, да, по русским понятиям, но у нас здесь нет такого понятия
пенсия, ну, как бы есть возможности, поэтому ничего же не пользоваться. Если есть голова и есть силы, так давайте пользоваться для того, чтобы делать то, что мы хотим делать. Ну, хотим мы читать, но тогда все, мы закончили за одну минуту, за две минуты, за 10 минут, за час, получили то, что мы хотели, хотим получить, и смотрим видео, занимаемся своим вот образованием, читаем, ну и так далее. То есть мы можем, в общем-то, предложить или чуть позже, ну, мы тоже вопрос затронем, то есть мы можем нашим слушателям объяснить, что или предложить, да, дальнейшую какую-то встречу. Я думаю, можно будет организовать какую-то, может быть, подробную встречу для тех, кто, опять же, заинтересуется, для тех, кто захочет как-то узнать, как это делается, возможно, задать какие-то вопросы, если они у них будут. И если будет интерес от наших слушателей, да, я такую возможность предоставлю, чтобы можно было отправить заявки. Под этим видео, скорее всего, будут ссылки на заявку предварительную для тех, кто хочет более подробнее узнать. И если у вас, Михаил, а я знаю, что у вас есть это желание делиться этой информацией, этими знаниями, будет время, я думаю, мы договоримся и обсудим, как людям передать и более подробнее рассказать об этой теме. Потому что вопрос работы, вопрос того, что... то как, чем каждый из нас занимается, ну, если говорить о России, живя в России, в основном это такое вот работа, такое слово, частое, ежедневное. С утра работы, вечером с работы, с утра работы, вечером с работы. И в России одно понятие работы, которое есть у нас, и, может быть, это понятие, оно зачастую бывает таким сдерживающим фактором. Особенно если мы занимаемся проектом, ну, проект называется, да, «Наш человек будущего». Это тот образ человека, который не останавливается на достигнутом, который смотрит в свое будущее, который понимает, что у него достаточно большое количество, больше перспектив, чем ему просто кажется, который старается выходить за рамки привычного мироустройства, шаблонных каких-то мыслительных процессов, который, ориентируясь на какие-то нововведения, новые видения мира, новые знания мира, стремится улучшать и стремится к своему будущему, начиная совершать действия в своем настоящем. И только тогда, когда мы начинаем делать здесь и сейчас что-то новое, что, возможно, еще непривычно, что, возможно, еще не очень известно и так далее, да, если работа нам известна всю жизнь, то маркет нам может вообще не быть известен. Не боясь, развиваясь, раскрываясь, идти к новым знаниям и, соответственно, становиться уже в будущем, да, уже сейчас, в настоящем, становиться человеком будущего. Для кого-то, возможно, примером. Стоит ли здесь затронуть такую тему, как отношение к работе в России и США? Есть ли какая-то разница? Ну, отношение к работе, мне кажется, везде одинаково. Просто нас научили так думать. Если мы говорим, скажем, ваш проект «Человек будущего», то, что вы сказали, абсолютно правильно, справедливо, но в то же время человек будущего — это человек, который меняться должен, это человек, который может думать и должен думать по-другому. Все меняется вокруг нас, причем очень и очень быстро меняется в последнее время. Мы знаем про частоту Шумана, вибрации, и она неуклонно повышается. Мы должны соответствовать. Это как мотор, который вибрирует, если мы там крошки там или что-то такое лежим на поверхности мотора и не вибрируем с той же частотой, мы просто падаем, то есть люди это и будут. Так сегодня происходит. Как относиться? Ну, можно относиться, я думаю, все-таки относятся к работе все одинаково. Просто, скажем, здесь есть возможность, ну, по-другому, ну, есть потенциал думать по-другому. Здесь все как бы возможно, здесь ограничений нет. Если, к примеру, мы говорим о брокерах, через которые в данном случае я трейдер, то вот так получилось, что я как бы, ну, в лице моей компании, такая компания Deltic, и я ее основатель, буквально пару дней назад, так сказать, мы стали официальными партнерами одной из самых крупнейших в мире брокерич компании, это компания, которые являются брокеры, и они предоставляют вот эти вот графики все, что, в общем-то, необходимо обязательно.
И я, как бы зная уже много лет, 20 лет все-таки, я знаю, где какие графики, как с ними обращаться, где легче, где тяжелее, где дата, это называется, то есть данные, которые вот оно должно, оно каждую долю секунды оно меняется. Мы должны быть в ритме находиться, мы должны находиться, получать это как можно быстрее, обмен этой информацией. То есть получать эти данные как можно быстрее, от этого зависят наши, скажем, результаты. Поэтому здесь просто легче, скажем так, проще, есть возможности больше. А как относиться, еще раз, одинаково. Надо просто, ну, думать, возможно, поменять свое отношение к данному вопросу. То есть, ну, кто сказал, что мы правы? Еще Сократ говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Так. А вдруг мы что-то не знаем? Опасно. Опасно считать, что мы все знаем, потому что потом будет разочарование. Так что вот таким образом. 20 октября, кстати, вот я вчера буквально получил данные о том, что 20 октября официальный семинар, не семинар, презентация, ну, семинар, на самом деле, да, который я буду проводить через, на все, скажем, постсоветское пространство, да, русскоязычное, через всех русскоязычных, причем даже те, кто болгары, там, я знаю, поляки, кто понимает по-русски, чехи, они тоже будут принимать участие, так мне сказали. То есть это вот это Ninja Trader, это компания, они организуют такой семинар, они пригласили меня, поскольку, ну, как-то не особенно много, не знаю, русскоязычных, которые так официально, и которые мы все-таки для того, чтобы туда попасть и получить их, все эти бэннеры, все эти лого, для этого надо, в общем-то, что-то доказать. Поэтому, как бы, это не просто там теория, это практика, но методика, вот как они мне сказали, русскоязычные почему-то, я не знаю, они не пользуются этой методикой. То есть очень странно. Я подошел вот 10 лет тому назад, когда я... Но я стал очень глубоко в это дело входить, и вот эта методика для меня сейчас стала основная. То есть процентов 80, наверное, технического анализа основана на конкретно вот этой методике. Причем эта методика, это, ну, наверное, кто-то знает, может, многие знают, это Fibonacci numbers. Fibonacci — это расстояние между планетами. Был такой Леонардо Fibonacci, математик. Он открыл вот эту последовательность этих цифр. И это расстояние, это вообще-то молекула ДНК, ДНК. Выше нас, это законы, и оно работает, то есть мы не можем отменить планеты, которые находятся на определенном расстоянии друг от друга. Что самое интересное, вот этого очень мало кто знает. Маркет, биржа, она соответствует, то есть эти законы туда вложены. А как мы к ним относимся, вопрос, для ваших как раз-таки людей, для вашего нетворка, сделать презентацию в тот день, когда удобно вот вам, когда удобно вашим людям. И я думаю, что вот эта наша беседа, она как бы, ну, подготовительная к тому, что будет презентация уже конкретно в этой теме. Так, по-моему, да, мы говорим? Да, я думаю, мы так и сделаем, чтобы информировать наших участников проекта о том, что есть возможность познакомиться с вами, есть возможность задать вопросы, понять, как это все происходит. И, ну, по поводу дат мы еще определимся и поймем. Скорее всего, это примерно где-то 15-16 числа, сейчас я так предварительно смотрю. Вот, но опять же, мы посмотрим на наших участников, если они будут заинтересованы, мы, естественно, это сделаем, потому что я также занимаюсь, да, обучаюсь этой тематике, и мы будем с радостью делиться этими знаниями, которые для тех, кто будет готов, для тех, кто захочет, и для тех, кто действительно заинтересованы в этой теме.